Сегодня начался заезд участников крупнейшего в крае молодежного проекта «Тим Бирюса». Он проводится на берегу Красноярского водохранилища с 2007 года. В этот раз форум разбит на 4 смены. Первая начнется уже завтра, она называется «Универсиада-2019». Смена объединит молодежные сообщества, которые будут задействованы в подготовке и организации этого большого спортивного события. Это не только спортсмены, менеджеры соревнований, волонтеры и ребята, которые пропагандируют здоровый образ жизни, но и активисты, представляющие такие сферы, как культура, здравоохранение и благоустройство. Во второй половине лета здесь пройдут смены общества и экономика. А уже осенью на Бирюсе состоится слет красноярских студенческих отрядов. Мы ожидаем более 4, ну там порядка 3500 участников. Ребята из Красноярского края очень активно регистрируются, из-за пределов нашего края сибиряки очень активны в этом году, особенно хотелось бы отметить, и традиционно из других регионов нашей страны, и, конечно, стран ближайшего зарубежья, стран Шанхайской организации сотрудничества. Все наши гости, я уверен, с большой радостью поучаствуют в нашем форуме и увезут отсюда очень хорошее позитивное впечатление.